ребята, привет. Пойдем со мной. В этот прекрасный день занавес большого концертного зала Института искусств и культуры распахнется, чтобы подвести итоги творческого года на отчетном мероприятии. Мероприятие, в котором участвовало больше 100 студентов, готовых дарить свое творчество именно тебе. А дальше смотрите сами. Расскажи, пожалуйста, как вы готовились к концерту? Ну, к концерту готовились как обычно, усиленно, очень много репетиций. И все это в ежедневном режиме, плюс пары, плюс курсовые у нас еще дипломы, на самом деле. Поэтому все очень плотненько, вот так. Какие эмоции ты ощущаешь, когда стоишь на сцене? Это вообще, вот мы сегодня танцевали, а танец это... Он передает эмоции не только радости, грусти. В нашем танце было сегодня много разных моментов. То есть и радость, и грусть. Я испытывала все это. И радость, и сострадание, и любовь, и, конечно же, дружба. Нам все понравилось. Такая энергетика со сцены классная. Люди такие классные. Все машут клево. Все супер. Очень классно. Какие эмоции ты ощущаешь после выступления на сцене? Одна эмоция – это облегчение. Облегчение после чего? После выступления. На самом деле воодушевление, поскольку очень много патриотических моментов было поднято. Это невероятно, невероятно, знаете, много эйфории, много таких теплых, светлых чувств. И, не знаю, вот такие моменты, когда хочется творить. Вот. Ваши эмоции после концерта мы как бы видим, но тоже поделитесь. Мне очень нравится творчество нашего института, всех наших факультетов, поэтому я всегда, когда стою за кулисами или, в принципе, в зале нахожусь, у меня поднимается настроение, и, в общем, я излучаю потом тепло. Согласна.